Это вечерние новости с Кариной Джалдошевой и Майкиным Батырбековым. Высокое напряжение в парламенте. Депутаты ответили на высказывание экс-президента. Также депутаты создали комиссию для лишения Алмазбека Атамбаева неприкосновенности. Беременная женщина сидит за кражу старого телефона в одной камере с Саидой Соляновой. Подробности в наших материалах. Добрый вечер. Здравствуйте. Мы и наши коллеги расскажем о наиболее значимых событиях этого дня. Депутаты создали комиссию для лишения экс-президента Алмазбека Атамбаева неприкосновенности. Об этом сообщил нардеп Исхак Масалиев. По его словам, решение комиссии должно быть подписано 2/3 парламентариев и отправлено в Генеральную прокуратуру. Сегодня сразу несколько депутатов раскритиковали Алмазбека Атамбаева за его выступление на митинге против коррупции и потребовали от Генпрокуратуры дать оценку его действиям. Депутаты парламента решили официально инициировать вопрос лишения неприкосновенности Алмазбека Атамбаева. Причиной такого заявления стало выступление Атамбаева 8 мая на митинге против коррупции, в котором он нелицеприятно высказался о парламенте и в целом действующей власти. Нардепы потребовали от Генпрокуратуры дать оценку действиям экс-президента. Подробнее о заседании в нашем следующем сюжете. Атамбаев эти слова повторил и 8 июня, выступая на митинге у форума. Если после первого выступления со стороны депутатов реакции практически не было, то второе выступление экс-президента, видимо, задело парламентариев. Они выступили с предложением привлечь к ответственности Атамбаева. Депутат Канат Исаев опроверг слова экс-президента, сказанные на митинге, и сказал, что в его речи много лжи. Атамбаев заявил, что когда он пришел к власти, зарплата врачей и учителей, пограничников составляла около 2000 сомов, а сейчас она составляет 15 тысяч сомов. В 2010 году офицеры получали около 12 тысяч сомов, а сегодня получают 18 тысяч сомов. Рост составил 30%. У начинающих милиционеров зарплата в 2010 году составляла около 4-5 тысяч сомов, а сейчас примерно 6-7 тысяч. У учителей рост составил около 20-25%. Атамбаев в своей речи сказал, что готов дать жизнь ради народа. Уважаемый Алмазбек Шаршенович, было бы хорошо, если бы действительно это сделали. Алмазбек Шаршенович, сегодня у вас нет закона, который защитит от ответственности. Теперь мы все равны перед законом. Во время своего президентства вы сами решали, как с кем поступать. Многие подверглись гонениям. Теперь очередь за вами. Депутаты потребовали от спикера Дастана Джумабекова заступиться за парламент и ответить на оскорбления экс-президента. Экс-президент Алмазбек Атамбаев неоднократно депутатов обозвал сопливыми. Вы сами видите, что последнее время происходит. Туйгуналы Абдраимова убрали за то, что сказал журналистке, что ее лицо не нравится. Что с ним сделали? Его журналисты чуть не съели. Экс-президент Алмазбек Атамбаев неоднократно депутатов обозвал «чимкирик». Вы должны нас защитить. Каждый человек должен отвечать за свои слова. Тут нет соплей, харчков. Тут сидит политическая элита Кыргызстана. Нужно быть осторожнее в высказываниях. Дастан Артисбекович, мне непонятно, почему вы молчите. Оскорбления в адрес парламента звучат не первый раз. Эти 120 депутатов когда-то проголосовали за вас. Я думаю, мы должны дать оценку действиям Атамбаева. В защиту Алмазбека Атамбаева выступила депутат Ирина Карамушкина. Никогда не видела я подлее и трусливее, чем политики мужчины. Вы знаете, все, что вы сегодня перечислили с трибуны, там дороги, мороги, узурпация, музурпация. Тогда турага был Асылбек Джейнбеков, премьер-министр был Сооронбай Джейнбеков. Это были друзья, друганы и так далее. Никто ничего-то не говорил противовес, не выступал, как-то вот таким образом не пользовались трибуной. А сегодня очень модно оказалось быть вот таким батыром, стоять и хана, которого прогнали, теперь он не прогнали, он готовил Сооронбая, он доверил Сооронбая страну. И сегодня вот такие смелые вы стоите и хаете. Сегодня Жигур Кукинеш официально инициировал лишение экс-президента неприкосновенности. Под официальным документом подписалось 40 депутатов. Джазгуль Атыева, Адилет Марсбеков, Пятый канал. И в продолжение темы мы пригласили известного политолога Табылды Акерова. Добрый вечер. Здравствуйте. Добро пожаловать в нашу студию. В парламенте сегодня было жарко, депутаты обсуждали высказывания Алмазбека Атамбаева. Ваше впечатление от этого заседания? Это нужно было давно, поскольку Атамбаев
не первый раз отзывался о депутатах и всегда говорил о них, что они как бы сопливые. Ну, с другой стороны, Атамбаев, возможно, этим намекал на то, что все списки политических партий, которые сидят сегодня в парламенте, утверждал именно он, кто должен быть депутатом, кто нет. И поэтому он думал, что ну, как бы они все зависимы от него, и даже если власть поменяется, то все равно они будут как бы карманным или хотя бы лояльным. Mm-hmm. И будут вести вот линию Атамбаева. Но получилось не так, поскольку Атамбаев уже ушел с политики. И тогда, конечно, парламент пошел по своему пути. И тут, конечно, даже выступая, Атамбаев говорит, не все, конечно, вот есть рядом с нами где-то 8-10 депутатов. То есть они те, которые политики, которые рядом с Атамбаевым, оказывается, не сопливые. Они все, как и раньше, там, например, как он всех говорил, что Айлана Айндар, да, и вот как бы уважаемые, а те, которые оказались не рядом с Атамбаевым, все они сопливые, безграмотные, некомпетентные и так далее, и так далее. То есть Жогорку Кеңешу нужно было давно. Вот в прошлый раз, когда он обозвал парламент сопливыми, я писал статью и говорил, что, наверное, если вот так будет продолжаться, возможно, кто-то подаст иск на Атамбаева, и он будет судиться, потому что это один из ветвей власти. И сегодня вот мы видим, что действительно парламент дает оценку и реагирует на высказывания Атамбаева, ну, вполне ожидаемо было. Спасибо. Вот как раз-таки вот ваше мнение о созданной депутатской комиссии по снятию неприкосновенности Алмазбека Атамбаева. Да, я думаю, что дело, наверное, этими остановится, то есть не будет продолжать, поскольку парламент, ну, как бы они говорят, что мы элита, но действительно парламент тоже очень слабый на этот раз, поскольку был сформирован Атамбаевым. Но в любом случае, если Атамбаев будет продолжать в таком же духе, то действительно, возможно, это как бы реализуется, и Атамбаев лишится неприкосновенности. Ну, я думаю, что в любом случае Атамбаев будет отвечать за освобождение Батукаева, наверное, поскольку очень многие депутаты говорят о том, что именно он виноват в освобождении Батукаева. То есть стоял он за всем этим. Угу. И поэтому рано или поздно мы узнаем, кто стоял за этим. И, возможно, если Атамбаев, то он понесет наказание. Угу. То есть лишится неприкосновенности и так далее. Сегодня один из депутатов заявил, что депутаты являются национальной элитой. Вы согласны с этим? Ну, по критериям, конечно, все депутаты подпадают под это критерий, поскольку они все богатые, денежные, они все имеют высшее образование, работали где-то, были руководителями и так далее. Но по тем качествам, конечно, желает лучшего, поскольку вот элита должна отвечать за все, что происходит в стране. Мы больше 20 лет стоим на одном месте, экономика в очень плачевном состоянии, и депутаты бьют себе в грудь, говорят, что они элита. Конечно, по статусу и по критериям они отвечают вот всем требованиям, но многие из них, поскольку тем более они допускают вот, как бы
вмешиваться в составление списка политических партий экс-президенту Атамбаеву, конечно, многие из них не отвечают требованиям. Или то, что, вот, например, западные страны или Япония, другие страны, или то, которые, это та часть общества, которая отвечает за все, что происходит в государстве, за все политические процессы и за будущее общества. Ну, большая часть политической элиты Кыргызстана коррумпирована. Она не может отвечать за будущее Кыргызстана. Они приходят, только защищают свои интересы и обогащаются. Поэтому тут, конечно, депутаты и все политики должны думать, вот, как быть им и как бы улучшать свой качественный состав и так далее. Спасибо большое за интересное мнение. Я напомню нашим зрителям, что у нас сегодня в гостях был политолог Табылды Акеров. Ну а мы переходим к следующей теме. Экс-генпрокурора Аиды Солянову оставили под стражей в СИЗО номер 1. Об этом сообщила ее адвокат Рабика Садыкова. По ее словам, Бишкекский горсуд оставил в силе решение первой инстанции. Сама Аида Солянова не смогла приехать в суд по состоянию здоровья. Она болеет. Суд рассмотрел апелляцию без нее. Тем временем родственники Аиды Соляновой намерены направить обращение на имя президента с просьбой объективно рассмотреть уголовное дело. Также они заявили, что родные готовы пойти на крайние меры, в частности, перекрыть дороги. Между тем, стало известно, что в одной камере с Аидой Соляновой находится беременная женщина, которую водворили в СИЗО-1 Бишкека за кражу старого телефона. Омбудсмен Токун Мамытов встретился с женщиной во время посещения следственного изолятора. Ранее она обратилась с заявлением на его имя. Женщина заявила, что украденный телефон вернули потерпевшему и есть расписка. Она находится на третьем месяце беременности. У нее есть ребенок, которому чуть больше года. Между тем, аппарат омбудсмена направил в прокуратуру Свердловского района столицы свое обращение. Пользователи социальных сетей раскритиковали только что назначенного главу национального энергохолдинга Айтмамата Назарова за то, что он сам не может держать зонт. Фото сделали в Караколе, где открылись соревнования «Лучшая бригада распределительных сетей 2019». При этом руководители других распредкомпаний стоят под дождем без зонтов. Напомним, в 2016 году общественный резонанс вызвала фотография прокурора Бишкека Нурлана Сулайманкулова, над которым также держал зонт помощник. Позже его освободили от занимаемой должности. Сооронбай Жээнбеков поздравил президента Владимира Путина с Днем России. Жээнбеков пожелал Путину крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности, а дружественному народу России мира и процветания. Примите мои сердечные поздравления по случаю государственного праздника – Дня России. Сегодня Российская Федерация является примером стабильного социально-экономического и общественно-политического развития и последовательного упрочнения авторитета страны на мировой арене. Глубоко признателен за ваш вклад в углубление и расширение кыргызско-российского сотрудничества. Ваше личное участие придало новый импульс к качественному наполнению наших двухсторонних отношений и укрепило дух союзничества и стратегического партнерства. Убежден, что проверенное время кыргызско-российское сотрудничество будет и впредь развиваться на благо наших народов. Страны-участницы Евразийского экономического союза, куда входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан, будут платить пенсии трудовым мигрантам своих стран, даже если они вернутся на родину. Соглашение будет работать равноценно между всеми членами союза. Оно вступит в силу после того, как проведут необходимую внутреннюю реструктуризацию и уведомят об этом остальных членов ЕС. В документах также указывается, что предполагаемая дата подписания назначена на сентябрь 2019 года, а выплаты должны начаться уже с 2020 года. В столице Казахстана прошла инаугурация Касым-Жомарта Токаева. Он официально вступил в должность президента на 5-летний срок. Избранный президент принес присягу на казахском языке. Инаугурация прошла через 2 дня после объявления предварительных результатов голосования. Международные наблюдатели заявили о нарушениях фундаментальных свобод граждан Казахстана во время выборного процесса. Отметим, что свой первый зарубежный визит новый президент совершит в Бишкек, где примет участие в саммите ШОС. А теперь мы переходим ко второму блоку новостей.
Официальный визит президента Монголии в Кыргызстан. Монголия просит дать право на проведение 5-х всемирных игр кочевников. Экотехинспекция проверила АЗС южной столицы. Результат неутешительный. Штрафы составили более 10 миллионов сомов. Более 200 артистов из Китая сыграли в опере «Манас». На премьере побывали и наши корреспонденты. Президент Сооронбай Жээнбеков встретился с заместителем генерального секретаря ООН по политическим вопросам и вопросам миростроительства Розмари Зикарло, которая приехала в Кыргызстан для участия в заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. Обсуждались актуальные вопросы совместного сотрудничества между нашей страной и ООН. Глава государства отметил, что ШОС демонстрирует мировому сообществу эффективный и динамичный формат международного взаимодействия. В свою очередь, Розмари Зикарло отметила, что это ее первый визит в Кыргызстан и передала слова приветствия от генерального секретаря организации Антонио Гутерреша. Президент Монголии Халтмагийн Батулуга прибыл в Бишкек. Это его первый официальный визит в Кыргызстан. Сначала высокого гостя в аэропорту встретил премьер-министр Мухаммедкалы Аблагазиев. А президент Сооронбай Жээнбеков встретился с главой Монголии в госрезиденции Аларча. После церемонии рукопожатия лидеры двух стран направились на встречу в расширенном составе, по итогам которой были подписаны важные документы сотрудничества. Подробнее в материале Анастасии Кан. В Бишкек с официальным визитом прибыл президент Монголии Халтмагийн Батулга. В международном аэропорту Манас его встретил премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалы Абылгазиев. Это первый официальный визит главы Монголии в Кыргызстан. После чего глава Монголии посетил Атабиит и возложил венок к мемориалу погибших в трагических событиях 1916 года. В госрезиденции монгольского президента встретили ротой почетного караула и гимном Кыргызстана. После знакомства делегатов двух стран президента обсудили актуальные вопросы. В своей речи Сооронбай Жээнбеков подчеркнул братство и общую историю двух государств. В свою очередь лидер Монголии выразил желание развивать торгово-промышленный оборот, особенно в сельскохозяйственном направлении. Мы с большим интересом наблюдаем за развитием горнорудной промышленности в Монголии. Нам очень интересен ваш опыт в этой отрасли. Наши парламентарии ездили к вам за изучением вашего экологического законодательства. К сожалению, с тех пор прошло более 5 лет, и эта работа остановилась. Мы готовы обменяться мнениями по эффективному управлению и использованию природных ресурсов. Между монгольскими и кыргызскими народами существуют исторические связи. И в советские времена у нас были очень дружественные и близкие отношения. Сотрудничество между законодательными органами наших стран играет важную роль в продвижении наших отношений. Я удовлетворен расширением парламентского сотрудничества, в рамках которого депутаты парламента обмениваются опытом. Также рад активизации сотрудничества между Совбезом Монголии и Кыргызской республикой. Во время встречи президентом Сооронбаем Жээнбековым и главой Монголии был подписан меморандум о двустороннем сотрудничестве. И руководители ведомств подписали соглашение в сферах экономики, образования, медицины, логистики и многих других. Официальный визит закончился подписанием меморандума о сотрудничестве и взаимопонимании и 9 соглашений в сфере безопасности, образования и культуры, туризма, экономики и интеллектуальной собственности. Президент Монголии также примет участие в очередном саммите глав государств-членов ШОС. Также прошли двусторонние встречи президента Монголии со спикером Джугурку Кенеша Дастанбеком Джумабековым и премьер-министром Мухаммедкалыем Абылгазиевым. Также Халтмагийн Батулга принял участие в открытии посольства Монголии в Кыргызстане. Анастасия Кан, Кудрат Ташмурзаев, 5-й канал.
Также сегодня в столице состоялась церемония открытия посольства Монголии в Кыргызстане. Монголия является братской страной для Кыргызстана. У наших народов очень много общего, что создает благоприятную базу для дальнейшего сотрудничества в различных отраслях. В официальном мероприятии приняли участие президент Халтмайгин Батулга, который находится в Бишкеке с официальным визитом, министр иностранных дел Чингиз Айдарбеков и генеральный консул Монголии Токтох Ганболт. Исторически важное событие для двух стран началось с речи президента Монголии. Хотел бы отметить, что открытие посольства в рамках официального визита является доказательством того, что наша страна придает большое значение монголо-кыргызским отношениям. Президент Монголии просит дать право провести 5-е всемирные игры кочевников в своей стране. Президент Жээнбеков, в свою очередь, ответил, что игры проходили в Кыргызстане 3 раза. Также он отметил, что в 2020 году игры пройдут в Турции. После этого будет рассмотрен вопрос о передаче Монголии. В связи с проведением саммита ШОС в Бишкеке и Чуйской области будет введено временное ограничение движения транспортных средств. Об этом сообщили в ГОБДД. Так, с 12 по 14 июня будет ограничено движение на некоторых улицах во время проезда делегации. От аэропорта Манас по улице Фучика до проспекта Джибек-Джилу. По проспекту Джибек-Джилу до бульвара Молодой Гвардии. По бульвару Молодой Гвардии до проспекта Чуй. По проспекту Чуй до проспекта Манаса. И по проспекту Манаса до госрезиденции. 10 миллионов сумма поступила в бюджет страны за первый квартал текущего года. Данная сумма была собрана в виде штрафов госэкотехинспекции в ходе проверок. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил Шайлубек Нарбеков, заместитель директора ведомства. Также в ходе проверок стало известно, что многие заправки города Ош небезопасны. Тему продолжит Берим Кадырова. В Кыргызстане в последнее время участились пожары. Зачастую они происходили на заправках. В связи с этим, несмотря на правительственное постановление об ограничении проверок, госэкотехинспекция в целях безопасности проконтролировала 44 АЗС в Ошской области и выявила ряд нарушений и несоответствий нормам безопасности. Например, если есть заправочные станции в городе Ош, 44, мы провели все полностью 100%, по итогам которых мы передали органам прокуратуры 22 материалов. Также в этом плане проводится работа в Джалалабадской области, город Бишкек. Эта работа на сегодняшний день продолжается. И хочу дополнить, со стороны Совета обороны мы получили задание провести полную инвентаризацию всех автозаправочных станций на соответствие нормам. Нарушения, связанные с экологией и технической безопасностью, были выявлены не только на юге страны, но и в курортной зоне Иссык-Кульской области. Перед туристическим сезоном инспекторы ведомства проверили 169 санаторий и пансионатов. Некоторых из них привлекли к административным наказаниям и выписали им штрафы за причинение вреда окружающей среде. Наши инспекторы в составе этих постоянных комиссий распространяют уведомления, планы мероприятий. В основном это связано по обеспечению экологической безопасности, исправность работы очистных сооружений, чистота, порядок на паркопляжных зонах. Это обеспечение требований пожарной безопасности, безопасность жизни людей при нахождении в водных объектах. Только за первый квартал текущего года бюджет страны пополнился на 10 миллионов сомов в виде штрафов. Также за несколько месяцев ведомство поступило более 7 тысяч жалоб от граждан. По всем этим заявлениям были проведены проверки и приняты соответствующие меры. В прошлом году приняли постановление правительства об ограничении контроля и проверок со стороны надзорных органов, чтобы последние не препятствовали развитию предпринимательства в стране. Несмотря на это, мы выполняли свои обязанности по экологической и технической безопасности. Шайлубек Нарбеков также отметил, что в прошлом году в бюджет страны в виде штрафов поступило 176 миллионов сомов. Рассмотрено более 20 тысяч жалоб и заявлений. Мерим Кадырова, Денис Курганов, 5-й канал.
Самые известные китайские произведения, такие как «Си Цзиньпинь повествует историю, мысли и беседы», «Философские чтения в школах Конфуция» переведены на кыргызский язык. Презентация книг прошла в одной из столичных библиотек столицы при участии представителей Джугурку Кенеша, писателей, ученых, политиков и других гостей. Основной смысл первой книги нацелен на улучшение системы государственного управления, где описываются выступления и дипломатические способности лидера китайского народа. Все три книги переведены в издательстве «Восточная литература и искусство», которое работает в Кыргызстане с 2016 года. На сегодня в общей сложности типография выпустила около 80 китайских книг, переведенных на кыргызский язык. В это прекрасное весеннее время проходит 19-я встреча глав стран Шанхайской организации сотрудничества. Хотим выразить благодарность всем тем, кто оказал поддержку в издании книги председателя Китая Си Цзиньпина. Для нас честь представить читателям из Кыргызстана работу лидера китайского народа. И к другим новостям. В Кыргызском театре оперы и балета имени Абдылласа Молдыбаева в исполнении артистов Центрального театра оперы и балета Китая впервые продемонстрировали оперу «Манас». Постановка представлена по версии эпоса в исполнении Манасчи Джузупа Мамая. Главными зрителями показа в первый день стали гости саммита ШОС и общественные деятели. Все подробности в нашем следующем сюжете. На сцене оперы и балета впервые проходит на китайском языке опера «Манас» в исполнении более 170 артистов из Китая. Все костюмы и декорации артисты привезли с собой из Китая. Это мероприятие приурочено к приезду лидера КНР Си Цзиньпиня в Кыргызстан для участия в саммите ШОС. Наши зрители, по крайней мере, минимум будут удивлены, потому что та декорация, которая используется здесь, то количество звезд, оперных звезд, которые будут петь на сцене, это, ну, можно сказать, рекорд на сегодняшний день. Официальные представители из Китая отмечают, что инициатива по представлению оперы «Манас» была принята в 2015 году на одном из собраний с участием представителя КНР Си Цзиньпиня. Тогда, как отметил лидер китайского народа, Кыргызстан – страна с очень древней и богатой культурой. И огромную роль в культурной жизни кыргызов играло устное творчество, где особое место занимает всемирно известный эпос «Манас». Проект был реализован при содействии представителей интеллигенции Кыргызской автономной области по версии эпоса в исполнении манасчи Джусупа Мамая. Ушел котормонун тасирменен бул мамлекет боюнча. Благодаря этому представлению мы показали всем, что эпос «Манас» – знаменитый образец культуры кыргызского народа. Государство не перестает оказывать помощь в организации таких масштабных мероприятий. И Министерство культуры смогло на должном уровне показать оперу. Опера «Манас» была показана 9 раз в Китае. В 2017 году в Пекине, в 2018 в городах Нанкин и Тяньцзинь, где представление было высоко оценено зрителями. Также в прошлом году в рамках госвизита в Китай президент Сооронбай Жээнбеков посмотрел эту оперу в Пекине и предложил артистам приехать с гастролями в Кыргызстан. То, что председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпинь ценит культуру представителей других национальностей, это высокий показатель. Это говорит о том, что политика Китая направлена на понимание и уважение культурных ценностей всех народов. В опере «Манас» рассказывается о великих победах Манаса и Симитея, об их героизме и любви к родине. В ней также раскрывается образ Симитея. Автор постановки, сценарист первой степени в Китае Ван Сиалин отмечает, что на подготовку сценария ушло 2 года. И работа была не из легких. Постановку будут показывать 2 дня. Сегодня начало 18:00 в Национальном театре оперы и балета. А сейчас мы передаем слово ведущему программы, о главном Нарыну Аипу. Добрый вечер. Здравствуйте. О чем расскажете сегодня? Сегодня песочили в парламенте экс-президента. Угу. И даже говорили про узурпацию власти. Угу. Так что посмотрим, что будет. Выйдет из этого, что выйдет. Желаем вам удачного эфира. На этом мы заканчиваем наш выпуск. Все материалы доступны в интернете. Спасибо за внимание и до свидания. Эфир нашего канала продолжит прогноз погоды и авторская программа о главном. До новых встреч. Приятного продолжения вечера.